Чао, с вами я, Вадим Ян, и сегодня я расскажу вам о том, как правильно сделать предложение своей любимой и не облажаться. Первым делом вы должны найти тихое и спокойное место. Выходи за меня! Выходи за меня! Выходи за меня! Я так рад, что ты у меня есть. За нас. Чтобы она ответила вам «да», создайте уютную атмосферу. В этом вам поможет романтическая музыка. Подарю тебе, милая, славная, самое лучшее. Помните, что ваш внешний вид также играет важную роль. Похмелиться есть еще? Эй, телочка, ты со мной? Здравствуйте! Угадайте, кто я? Покорите вашу любимую своими кулинарными талантами. Дорогая, ужин будет готов через 5 минут. Заранее позаботьтесь о том, чтобы остаться наедине. Привет. Привет. Ой, я не одна, я с подружкой. Ирочка, ты знаешь, у меня сыночка такой молодец. Он нас пошел очень рано, в 5 лет. А еще в 8 классе он научился проситься сам в туалет. Снизу тулься, сиди ровненько. Сразу видно, умненький мальчик. Да, Вадик, Ирочка, что-то за дедной. Если вы чувствуете, что жертва созрела, приступайте к финальной фазе операции. Даже не знаю, как тебе об этом сказать. У меня зуб выпал вчера. Представляешь? Блин, вот как раз тем, который жевал, вот я не знаю, что делать. Может, ты подскажешь хороших хирургов, а? Да ты видишь, с кем ты, со мной, с таким красавцем. Да я сам, понимаешь, научился играть. Я в 5 лет сам написал музыкальное произведение, научился играть на дудке, на контрабасе научился играть, понимаешь? И ты, кто ты рядом со мной, кто ты? Дорогая, я так счастлив, что ты у меня есть, я тебя так люблю. Ты выйдешь с меня? Да. Ну а теперь, Ирочка, самое главное, для чего мы здесь собрались. Сыночка, давай. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ирочка, родная, я... Женюсь. На тебе женюсь. На тебе. Молодец, замечательно, какой хороший мальчик. С вами были Вадим и Ирина. Соблюдайте наши инструкции, и у вас обязательно все получится. Чао!